Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop. В игре Diablo Immortal вышло новое обновление. Мне очень нравится название мини-обновление Diablo Immortal. Наверное, следующее обновление будет микро-обновление или нано-обновление. Ладненько, смотрим, что здесь нам написали. Blizzard'ы молодцы, они пишут, что они работают, они не гуляют. Обещают раз в 2 недели выпускать обновления, как большие, так и мини-обновления. Мини-обновления — это новые сезоны боевого пропуска, внутренние события, обновления особенностей игры и тому подобное. А крупные обновления — это добавление нового особенного игрового процесса, добавление сюжетной линии, внутриигровые события и так далее. Короче, вывод. Каждые 2 недели нам что-то будут в игру добавлять. Следующий момент обновления это то, что в игре запустился 3-й сезон. 3-й боевой пропуск, Battle Pass. Награды абсолютно те же, только у нас новый скин. Доспехи Архангела. Честно говоря, мне эти доспехи особо не нравятся. Поэтому я вряд ли буду покупать данный боевой пропуск. Как по мне, его нужно менять, чтобы награда менялась. Постоянное добавление новых скинов, это как-то неинтересно. С меня хватит. Мне надоело это дерьмо. Сделали бы разнообразие. Вот допустим, 1-й сезон скин добавился новый, 2-й сезон добавили вкладки для сундука, плюс 1 добавили хотя бы. 3-й, допустим, 5-звездный рандомный камень с рандомным количеством звезд активных. Ну вы поняли, нужно какое-то разнообразие в сезонах. А то нам дают скины и какие-то эмодзи. Кому вообще эти эмодзи нужны? Кто ими пользуется? Я смысла от них вообще не вижу. Я тоже не вижу. Пару дней назад в адском реликварии появился новый босс Гарготра. Чтобы пойти на первую сложность, нужно 2935 БР. Вторая сложность 4065. Убить босса в целом несложно. Мы его впервые убивали, когда у нас там в пати были 2800, 2900 БР. Главное относить области подальше от других игроков и там сбрасывать. Стараться под эти области не попадать, в лужах не стоять. Перед лицом босса тоже не стоять, он плюется. В лучи тоже не попадать. И, конечно, если кого-то убивают, нужно его желательно поднять. А если у вашего рейда уже 3000 БР, то вы его вообще с легкостью убьете. В игре появляется новое ежедневное событие «Вторжение демонов гнева». Это, грубо говоря, мировой босс. Как я уже сказал, появляется ежедневно в 12 часов по серваку. Это в часы по Москве и по Киеву в данный момент, пока часы не перевели. Приходим, убиваем босса и получаем награду в качестве ценного снаряжения. А 3 топ-игрока, которые влили максимальный урон, получают еще доп-бонус. 6 чародейской пыли. Какой-то слабенький бонус, как по мне. Мини-бонус. В качестве мирового босса выступает Гарготра. Нам еще также пишут, когда появится следующий босс, Райока, он также появится в качестве мирового босса. Что, опять? Да, запускается временное событие «Ненасытная луна». И это, в принципе, хорошо, потому что за данное событие можно получить легендарный глиф. Событие пройдет с 12 по 15 августа. И последний приятный бонус. Теперь в пати или в рейде можно проголосовать за исключение игрока. Реально полезная функция. Близом спасибо. Спасибо. А на этом, ребята, все. Спасибо за внимание. Как обычно, многого не прошу. Лайк, подписка. Вам не сложно, а мне приятно. Все, всем пока, всем удачи.